Доброе утро. А утро начинается очень хорошо. Вон как начинается наше утро. Здесь очень круто. Сейчас и я присоединюсь туда. Вот здесь у нас терраса, прямой спуск с номера. Это личное, можно сказать. И я присоединяюсь к Вите. О, а водичка хорошая здесь. Класс. Только камеру-то я взял Соньку, а не GoPro. Ее мочить нельзя, она без гермобокса. Пойдем к Вите. Поплывем. Тут довольно глубоко, видите? Почти по шею. О. Ну как? Класс? Да. Да ты что? Заходи. И вода отличная, просто да, супер. Холодно. Сейчас присоединюсь. О. Водопад. Супер. Гидромассаж. Гоняем цилиндр. Ну что, нема что разгонять, в принципе. Мне нечего разгонять. Не помешает. Не помешает, да? Ну то давай, лови момент. Ну, ловлю. Ловишь. Так, здесь бар. Можно пойти заказать что-то и выпить даже. А что? Ничего. Вчера вечером мало было. Да. Очень красиво девушка пела. Да. Так нам понравилось. Мы думали заглянем, посидим практически полчасика или часик. Мы до самого конца сидели. Лита водичку пила. Лимончик. Да, с лимончиком. А мы с Сашей немножко употребили. А потом Саша уже ушел, а мы с Витой до самого конца были. Ну, душевно девочка да. пела. Душевно. Старалась. Не отрабатывала, а именно старалась. У нас нету такого бассейна. С джакузи. Надо сделать. Ну, да. С такой водой. Все можно сделать. И прямо перед выходом на террасу, на первом этаже. Было бы очень классно сделать на террасе на втором этаже у нас. Но... Но там перекрытие не планировалось под бассейн. Не выдержит такой нагрузки. Ну вот так. Мы подумаем на первом этаже. Доброе утро. А сегодня у нас утро на пляже. Вот. А то приехали на море, как говорится, и на море не были, да? Решили сегодня побыть. Это с утра, а дальше будет довольно жарко здесь. Так что даже в тени особо, может, долго мы здесь и не задержимся. Мы уже окунулись с Витой. А, Вита там загорает пока. Вот. А я вот решил пройтись по мостику. Мы сегодня последний день здесь, вот, завтра в обед уже переезжаем в другое место, куда нас Саша повезет, я не знаю, вот, он там целый маршрут нам составил, ну, будет видно, так что сегодня еще расслабляемся, а дальше, похоже, будут напряжные, но интересные моменты. Вот Вита загорает. Да, вот так. Есть пища тюленей. Да. Я немножко поваляюсь. А Саша под вечер вывел нас на вечерний променад.
променаду на да. сегодня, на закате. На закате. Ведет какой-то бар наверху, горбика здесь такой. Это новый бар сделали здесь, и как раз с него отлично наблюдать будет закат. И там делают коктейли, поэтому будем сидеть, пить коктейли и смотреть на закат. Раньше там на горе росла только гинка белоба, но, похоже, она засохла, там посадили другое дерево. И сделали бар. Договорился. Гинка белоба. Ну, самое сейчас... древнее дерево на Земле. Да, генетический код, читали информацию, еще с динозавров длится. Без мутаций. Дуют да. и насводишь. Ну, а Саша же всегда не идет по проложенным тропам. Он ищет... Это с короткой. Да, короткой. Так короче. Как всегда, Саша нас водит с короткой. Трава тут просто шикарнейшая. Да. Вот такую бы нам траву. О. Поливают здесь два раза в день практически, утром и под вечер. А еще днем дополнительно ходят со шлангом и распыляют, ну, поливают с удобрением, потому что запах идет. И с удобрением, и тут еще от комаров, от разной живности ездит машинка и тоже что-то распыляет, поэтому комаров как бы нет. Бар еще закрыт, будем ждать. Так солнце зайдет. Мы будем под баром уже сидеть. Алкоголики в Запорожье. Уже 7 утра под наливайкой. Нормально. Все, садитесь, будем ждать. Когда откроют бар. Ты же нас гнав, давай, бегом. Ну, значит, он открывается в 7. А потому что Саша посмотрел, во сколько заход солнца, поэтому... Присаживайтесь, Оль, да, да. Повитряный змей глянький. Ага. А его не будет видно на бегу. Да, наверное, не будет видно. Здоровенный и очень высоко запустили, да. Садитесь, будем ждать. Сейчас фотосет сделаем, Вите, а то фотографии мы не делали здесь. Да? Да. Ну так фоткай. Ну так ты ж фоткай, а не видео. Вот этот бар. На вот таком холме. И Саша, он уже место занял. И мы на нем будем встречать... Мы впереди за... планеты всей. Еще бар не открылся, да. А мы уже тут как тут. Да, потому что он открывается только под вечер. И закат вот солнца будем здесь встречать. Ой, закат солнца встречать, ну да. Провожать тогда, что ли? Вон, красота. Присаживайтесь, садись. Сейчас придет бармен, уже он приехал. Он всего. Приезжает ровно в 7, видишь? Да, как раз на закат солнца. Да. Напитки нам уже приготовили. И давай, у нас последний день. Завтра с утра мы уже отсюда выезжаем. Сегодня. Наконец-то перейдем к активной части да. вашего путешествия, потому что я уже не мог дождаться. Сначала пассив, потом У нас спокойная жизнь, похоже, закончилась. Да? Да. Завтра с самого утра. Ты нам дав расслабить все. Отдохнуть перед. Да, Саша сюда привез, чтобы мы отдохнули перед экстримом. Ну, посмотрим. Так что до завтра. Смотрите нас. Еще много чего будет. Впереди, похоже, будет намного интересней. Пока-пока. Всем, кто отдыхает, приятного отдыха. Всем, кто работает, желаем в дальнейшем тоже приятного отдыха. Да.